Что карта показывает? Пустые хлопоты из-за трифового разговора. Неожиданная злость на болезнь собственного короля. Марьяжная постель. Неизвестно с кем. Горькие слезы из-за злодейки-разлучницы. Вот она, разлучница. А какая она? Брюнетка? Брюнетка. Средней упитанности. На руке часы. Часы. Точно. Секретарша. Все совпадает. Карты милые, не врут. А что еще карты показали? Ну, спокойно, спокойно, гражданка. Вы мне мешаете работать. Горькие слезы. Сердце успокоится печалью. А вот и слезы. Сами видите. Что же, уйдет к ней? Да, прикидывает, как бы смыться. Ну, все. Сколько им должна? За гадание на картах или на бараньей косточке я беру 10 рублей за сеанс. Не убивайтесь, милые. Я ведь могу приворожить к вам мужа обратно. Научным методом. Приворожите. Верните мне мужа. За приворот жены к мужу 15 рублей. За приворот мужа к жене 50 рублей в новых деньгах. 50? У меня такса, милая моя. Я ведь заклинаю на полупроводниках с биотоками, а это вредит здоровью. Я работаю с гарантией. С гарантией. Берите, заклинайте. Проводниками с гарантией. Фамилия? Прохорова. 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 С гарантией 60. Есть. Прохорова, если от меня пойдут искры, не пугайтесь. А я не взорвусь. На всякий случай отодвинься немножко, отодвинься. Вот так. Так, включаю агрегат. Настраиваюсь на объект. Объект сопротивляется. Казенный дом, казенный дом. А где ваш муж работает? Инженер первый механический. Угу, ясно. Так. Все. Фу. Прохорова, идите домой. Мне надо отдохнуть. У меня трансцендентальное состояние. Можете быть покойны. Будет сидеть около вас, как приклеенный. Спасибо. Не благодарите, а то не сбудется. Что вы? Сплюньте скорее, сплюньте, сплюньте. Осторожно, лошадь такая. Пойдемте, я вас провожу. Идите, милый, идите. Что с вами? До завтра. Ла-ла-ла-ла-ла. Тарара, а выигрыш зе-зе-зе-зе-зе-зе. Ла-ла-ла. 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 Соедините меня, пожалуйста, с секретарем парткома. Товарищ секретарь, с вами говорит некто Иванова. Скажите, пожалуйста, у вас работает инженер Прохоров? Ну вот, он попирает нормы поведения советского человека. Он хочет бросить жену, хочет разрушить советскую семью. Научите его, пожалуйста, уважать наш моральный кодекс. Ну что вы, это мой долг, моя гражданская обязанность. Всего хорошего.